Невероятный парад планет. Так называется произвольная программа наших русалочек. Может, это намек соперницам? Ведь между Россией и всем миром в синхронном плавании космический разрыв. Они умудряются быть абсолютно синхронными и грациозными даже в сложнейших поддержках и выбросах. Обратите внимание, как близко друг к другу находятся наши девушки. Русская школа синхронного плавания в действии. Быть выше остальных на две головы. Мы, честно, порой даже злимся, когда говорят, что синхронное плавание – это гарантированная медаль, это стабильность. За этой медалью стоит… Что стоит одна только Светлана Ромашина. Сегодня она стала 7-кратной олимпийской чемпионкой. Цена этой победы – ежедневно 10-часовые тренировки и сборы на закрытой базе по 300 дней в году. И сегодня о завершении карьеры помимо Ромашины объявила и 3-кратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. Так что этот золотой состав мы уже точно не увидим. Это действительно был… Действительно выстраданная медаль. И когда уже посмотрели команду Китая, только тогда мы смогли дать волю эмоциям. Кто-то смеется, кто-то плачет. Это все, вот все, что у нас накопилось. Непотопляемыми их уже больше 20 лет делает она, Татьяна Покровская. Сегодня тренер, как и всегда, в своей счастливой розовой футболке. А вот другой...